Я люблю свой Минск, безумно люблю. И безумно люблю свой театр. Я, ребята, безумно люблю вас, мою труппу. Театр, в котором я проработал 58 лет. Моя любовь – это вы, зрители, без которых мы никогда не можем обойтись. Коллеги восхищались его талантом, а зрители боготворили. Более 160 ведущих ролей в классическом, современном и зарубежном репертуаре театра, десятки ярких образов, созданных в кино. Такое бесценное наследство оставил нам этот без преувеличения великий артист. Сам Янковский смущался своей славы, узнав, что искусствовед Татьяна Орлова написала монографию о его творчестве, сказал: «Главное, чего я не хочу, чтобы читатели подумали, что я озабочен чувством собственной амбициозности. Не дай бог». Критика единодушно отмечала: Янковский не играет, а живет на сцене, побуждая зрителей плакать, смеяться, страдать, быть счастливым. Я боюсь, что моя любовь ушла. Мертвая душа не может никого любить, и воскресить ее невозможно. Нина Давидовна Янковская, жена Ростислава Ивановича. Увидев ее впервые на соревнованиях легкоатлетов, Ростислав подойти к ней постеснялся, но сразу понял – это любовь с первого взгляда и на всю жизнь. В этом семейном альбоме история рода Янковских. Родители Ростислава и Нины испытали на себе все тяготы сталинских репрессий. Это отец Ростислава, Иван Павлович Янковский, из потомственных дворян. Марина Ивановна, сын Ростислав, родился в Одессе в голодный 1930 год. Отец с солдатами перед отправкой на фронт, семеновцы. Их поубивали всех почти. Дорогая мама так боялась всего, что папина дворянская грамота и крест были зашиты в какое-то кресло. И потом, где это кресло, она и не хотела даже вспоминать. Потому что это как проклятие какое-то. Он сидел два раза. Первый раз из-за связи с Тухачевским, потому что они были друзьями с Тухачевским. А второй раз уже там по другим делам. Ну, тоже политическим. Иван Павлович, после второй ситки, зубы выбитые, цинга, но он все равно был очень высокий, красивый. Прихожу домой, что такое? Мама сидит на диване, ее обнимает какой-то мужчина, красивый, и на меня смотрит. Я где-то фотографию отца видел, потому что отец ей писал: «Откажись от меня, от фамилии», она не отказала. Папа, боже мой, весь в шрамах. Мой отец, Ростислав Иванович Янковский, был ребенком врага народа. И он их очень хорошо помнил, вот эти все черные вороны, которые приезжали, грузили народ и увозили. Это вот любимая фотография моего мужа. Это я после забега, первое место заняла, и меня сфотографировал корреспондент. А почему это именно эту фотографию? Вот он, почему, я не знаю. Разгадка тайны фотографии на самом деле предельно проста. Такой увидел Ростислав свою любимую в момент знакомства с ней. Но здесь даже вы на грузинку не похожи. Так я вообще стала похожа на грузинку на старости лет. А в молодости я не совсем не была похожа. Хотя я похожа на отца, а не на маму. Мама русская, Анна Гавриловна.
летом 47-го года я училась в институте. Он учился в летной школе. Мы сидели в республиканском комитете. Спортсмены ждали получить форму и ехать на соревнования в Москву. В это время зашли туда боксеры города Ленинабада. И я тогда увидела Ростислава. Он был в летной форме, белый френч, белые брюки, весь загорелый. Я как посмотрела на него и своей подруге говорю: «Смотри, Роза, какой красивый парень». Когда закончила институт, и меня направили именно в ту школу, ВВС номер 14. Там как раз не было учителя по географии. Отец Ростислава в это время работал на комбинате до тех пор, пока пришли бумаги, что цистерна пришла с бензином, а ее нет. Так отец так испугался, что его опять посадят. Он два раза сидел по 5 лет, что он собрался и уехал на Украину к своей сестре. И мы остались в Ленинабаде. И вот я пришла за продуктами, смотрю в магазине объявление. Набирается самодеятельность юноши, девушки с 16 до 30 лет. А я знала, что Ростислав у меня все время в самодеятельности участвовал. И в школе, все, всегда. Он приходит, я говорю: «Слава, вот так и так, сходи туда». Он пошел. Его, конечно, сразу же взяли. Сразу же дали главную роль. Сразу же поставили этот спектакль. И вот 29 апреля был премьера этого спектакля. И я с Игорёшкой, с таким животом, 6 километров отмотала туда, посмотрела, пока они там обсуждали, а потом он на дежурство должен был поехать. И 6 километров назад Слава на грузовике отвез меня в роддом. Но я приехала туда, мне сказали: «У нас сегодня никто не рожал, сегодня Пасха». Я говорю: «Ой, а я сейчас рожу». И действительно, я родила 29 апреля. В Пасху родила Игоря. Посмотрел спектакль главный режиссер театра, и он пригласил Ростислава к себе в театр. Но сказал: «Я вам могу дать только 690, это вся моя ставка, какая у меня есть». Ну и Ростиславка с этим пришел домой. Вот так и так. Ну как? Я говорю: «Ну и что? Я работаю. Как? Мы проживем, иди». Но я же знаю, что он этим живет. И вот он пошел в театр. Если бы вы видели, какое-то для него было счастье. Он окунулся в другую атмосферу, то есть в ту атмосферу, в которой он жил. Олежка, она ему, Марина, все время повязывала бант. Но хотела дочку родить. Раз родила, два родила сына, третьего хотела дочку. А родился вот Олежка. Бабушка Марина Ивановна, она не могла с ним совладать, потому что он с хулиганами очень много общался и не учился, хотел бросить школу вообще. И она его послала к старшему брату в Минск, чтобы он закончил школу. Мы же жили в гримерке, в театре. Олега переводили из школы в школу каждый месяц, по-моему, потому что он все время там творил чудеса. Он бандитами все время бегал. 2 года здесь заканчивал 9-10 класс и жил в театре в гримерке с нами. В этой тесной комнатушке Ростислав с семьей и Олегом прожили 3,5 года. Он мне 21 апреля всегда дарил 21 розу. Я родилась 21 апреля. Была всегда с Ростиславом. Если там кто-нибудь посмотрит, Ростислав бы пух, и дальше пошел. Да, папа был драчен очень серьезно. Он и в театре был, дрался. Он с чеченцами на каких-то гастролях схватился в 62-м или 1-м году. Они там, человек 12 было,
А они актера театра там как избивали. И он заступился, дрался с ними. И его порезали, у него такой шрам был всю жизнь на лице от ножа. В городе Минске, в котором было там 2 или 3 театра, появился такой красавец. И женщины валом ходили в театр, чтобы вживую смотреть на красивого секс-символа. Вот это было то время, когда звезда по-настоящему был звездой. О любовных связях братьев Янковских сочиняли легенды. Больше всего разговоров было о романе Ростислава Янковского с красавицей Элиной Быстрицкой. Не было никакого романа. Представьте себе, вот они играют вместе, а? Это же не спектакль, а симфония. Ростислава Янковского неоднократно пытались переманить в самые известные театры Советского Союза, а он остался верен Беларуси и служил своим зрителям не только на сцене. Был бессменным председателем Минского международного кинофестиваля «Листопад» долгие годы. А это что за сабля? Какая сабля? Да. Это ему Суконко подарил Олег Григорьевич. Директор онкологического института. На протяжении его последних 20 лет. Я был его лечащим врачом. Первое, когда он сделал операцию, я спрашиваю: Олег Григорьевич, ну как это, надолго это? Он говорит: ну 5 лет тебе хватит? Я говорю: нет, мне не хватит 5 лет. Он подарил вот эти 23 года радости мне. Я видел, как он работает. Я думаю, как вот человек работал такое количество времени, будучи больным, никто этого не знал, что он больной, вот, и серьезно. Но тем не менее, он выходил на сцену, он просто преображался. Виват. Иван! А ну-ка, еще раз. Виват! Виват! Отсюда мог ехать на сцену. И на сцене потрясены все были. Это величайший, величайший артист. Я его смотрел вот уже там, может, за день до смерти, за час до смерти. Он хотел жить даже тогда. Он мне все время говорил: когда я на сцену. Понимаете? Когда я на сцену. Вот он работал до последнего, я не знаю, до последнего вздоха. Игорь, это старший сын, привез эту золотую маску, потому что Слава не мог туда поехать за ней. Для нее любимый Слава не умер, просто уехал в долгосрочную командировку. Последний раз Ростислав Янковский вышел на сцену театра в спектакле с символическим названием «Вечность на двоих». Шагнув на небеса, в нашей памяти он остался навсегда здесь, на земле, в своем родном театре, в любимой семье, в кругу верных зрителей. Вот он ушел, и все спектакли работают, все играют. Потому что ни один спектакль не пропал. Он жил театром. У него это был его дом, его счастье.